Сегодня Библия ночь, мы всей семьей в национальную библиотеку. Что тут есть? Здрасте. Нас можно зарегистрировать, проверить домашнюю. Да? Давайте. Я хочу в детскую попасть. Я тоже хочу в детскую. Книжная поляна. Тут что? Бабочка, мастер-класс, бабочка. Сына, хочешь вот этот мастер-класс пройти? Или вот этот? Ромашка, символ семьи. Ромашка, символ семьи. Сейчас ребенок, садись куда-нибудь. А мы с тобой пойдем на IQ. У нас такой классный день, Библия ночь 2024. Я выбрала для себя мастер-класс по плетению, или как правильно сказать, по изготовлению такого бантика на резинке. Ваш бантик готов. Можете что-то приклеить для красоты. Как например, классно. Вот такого плана. Был красивый бантик получился, который я буду носить. Я в цвет сегодня. Спасибо. Здесь у нас семейный артбук. Можно создать такую книжку. Покажи, что ты сделала. Это что такое? Ромашка. Ромашка, здорово, молодец. Так, молодец. Ребята, посмотрите, какой у нас получился семейный альбом. Весь в ромашку. Моя семья. Традиции нашей семьи. Маленький писать не умеет, нарисовал цветок. Любимое занятие. Это вот нарисовали семью. Герб. Это в нашей семье самый смешной. Саша написал я. Естественно, это дерево генеалогическое. Это просто к рисунке аппликации. Наши семейные ценности. На скорую руку все разрисовали. Наша семья состоит из... Ну вот, и копнет. Смотрите, какой классный мастер-класс здесь проходит. Можно сделать поделку. Это как будто пенечек срез со своей семьей. От Марфуши до Андрюши. Это как будто бы кукольный театр. Баннер. 2024. Так вот семьи. Веселые зверюшки в весеннем лесу. Как классно. Это такое. Яички на Пасху. Как классно. Тоже хочу такое сделать. Свечки делают. Как здорово. Здесь мастер-класс от магазина «Лавка чудес». Здесь к 9 мая делают ленточку георгиевскую. Там был мастер-класс. Я решила принять участие, создать подделку от «Лавки чудес». Вот такая у них есть заготовка. Потом с помощью клеевого пистолета делаю свою подделку. Вот такая получилась пасхальная подделка. Скоро у нас Пасха. Я думаю, что очень даже хорошо. У нас центр VR. VR очки. Очки виртуальной реальности. Просмотр фильмов, путешествие по России от Калининграда до Дальнего Востока. Выход в космос, зимний Байкал. Женя! О, как красиво. Тут рисуют. Почему-то мой ребенок снял кроссовки. Интересно, знаю. У меня только что взяли интервью для MEM Education. Нажмите SX. Вот еще посмотрим. Народу очень много.
писатели Бурятии. Что, будете проходить экзамен? Очень много молодежи, а стало быть здесь какие-то видеоигры. Ну, 8-битка. Тарина, многоликая Бурятия. Смотрите, я правильно ответила на вопрос, в каком году состоялся праздник Сухарбан. А вы знаете, нет? Площадь Бурятии почти втрое больше площади всей Греции. Какая площадь Бурятии? Я правильно угадала! Друзья, за 3 правильных ответа я выиграла вот такой сладкий приз. Последний вопрос был, сколько животных входит в восточный лунный календарь, но я думаю, это все знают 12. Ну, тут прямо на знание писателей Бурятии прям сидят, что-то там тыкают, отгадывают, подглядывают друг у друга. Вон в фифу можно поиграть. Показать меня нарисовали. Как вам, похоже? Только что тут всех ловил с очком. Такая интересная викторина. Вытягиваешь билет, вопрос по сказке. Я выиграла для своих детей вот такие игрушки. Первый вопрос был о том, у старика и старухи не было своих детей, они слепили себе дочку из снега. Как ее звали? А второй вопрос был, кем был отец русалочки? Я думаю, что вы все это тоже знаете, и вы бы тоже смогли выиграть вот такие подарки. Как обстоят дела у остальных? Ага, еще думают. Ну, давайте. Короче, в нашей семье 120 IQ, самая умная я. В среднем по России 90, так что мы все очень умная семья, да. Что у тебя есть? О, вот это да. Ты весь мокрый вышел оттуда. Ё-моё, молодец, крутой. Смотрите, какой классный вид. Опа. Где на плечиках скромно висит зачехленная жизнь ее одежда. Не из ткани, из чувства вид. Вот любовь, идеал. Ушки убираем, ну вот так сделаем красиво, поделим, да? Историческая игра географическая. Точнее, микроскопа в начале 19 века находилось именно оно. Да что такое, я хочу посмотреть. Сводка на публику. Вон там продают, наверное, за... Нет, мне 12. Можно было здесь не купить себе карты играли. 160 лет назад, да, рождались такие люди? Вот. Ну, причем не каждый был готов. Как красиво, корона. Нет, ты не просто меч. Давай, вот эту. Сейчас у вас. Я тебе сейчас солю. Я не знаю. Смотрите, какие тут красивые шляпы. Какие разные, здорово. Очень круто. Дорогой. Меня спросили, буду ли я еще показывать. Красные шляпы. Мне все очень нравится. Дело в том, что я сегодня читаю план. Дело в том, что я сегодня читаю план. Мистер Курс по пересадке комнаты. Кофе. Так вкусно, как? Кофе мне кофе. Давай. Старомонгольская письменность, как я вижу. Сейчас все.
интересная игра бурятских мотивов. Мамочки! Так, эту игру я знаю. Здесь надо привязать свое стадо. Похоже, по крайней мере. Да, он играет. Покажи свое профессиональное мастерство. Мне очень нравятся эти косточки, потому что они всегда так вкусно пахнут мяском, холодцом. Бывает такое. Настолочка. Смотрю, мой ребенок тут уже увлечен, он что-то делает. Бедный мой, не знаю, кому есть. Ага, вот жадность называется. Итак, первый подарочек у нас сегодня достается. Ну, ой, сейчас все выкатится. Номеру, внимание, 431.